только легли спать. Буквально жена вот закрыла входную дверь, выключила свет, заходит, тут выстрел. Ну, грохот какой-то. Мы подумали, что ветер. Вышли, смотрим, ворота закрыты. И видим, дырка от ворот. Сын сел в машину, поехал за ним. Ну, предварительно догнал одну машину, но точно не знаем, он не он, но факт, что в деревню больше никто не ездил. Мы, конечно, хотим, чтобы это справедливо все закончилось. Мы не хотим тут самосуды делать. Мы ждем, ну, хотя бы правильно это все было.